Привет всем на канале Faro TV, мы продолжаем с вами проходить игру Assassin's Creed 2. Вот, как видите, наемников, которых мы ранее с вами освободили, они уже перебазировались, если это можно так сказать. Заняли позиции, может, иными словами, и мы продолжаем наблюдать дальнейшие события и... Привет, Эцио! Добро пожаловать! Кстати, моя армия снова со мной! Теперь Сильвио поймет, какую ошибку он совершил. Что будем делать? Навалимся на арсенал всем скопом? Нет, так нас перебьют у ворот. Я придумал кое-что другое. Возьми моих людей и расставь их по всему кварталу. Они поднимут шум, и это заставит Сильвио бросить против них почти всех воинов. Тогда в арсенале останется мало наемников, и я смогу проникнуть внутрь. Именно! Тебе никто не сможет помешать. И надеюсь, он клюнет. О, не беспокойся об этом. Что же, на первый взгляд, довольно-таки хороший заманчивый план. Воспоминания к бою. Отвлекаем наемниками и... Идем. Цели. Очистить отмеченные зоны. Пока что зону отмечена. Может быть, цели не будет. Тем не менее... Не так уж и далеко расположились цели. Вот и точка синхронизации, которая нам очень даже, кстати, никоим образом не помешает. Слезай, поэтому кретин! Мы сейчас я убью слезем обязательно. Всех вот он! Сзади! Да-да. Потом тут грозился и как-то... Очень себе пригрозился. Да ладно. Залез. Еще залезай. Эцио. Эцио решил нас удивить. Наши так называемые. Начали спинки сражаться. Вы знаете, я не удивлен, поскольку даже это немного радует. Вот в этом нашем нынешнем прохождении, именно в этой части, у нас прям все будет непредсказуемо. С наемники наши уже с кем-то сражаются, а Эцио рискует жизнью и показывает, да. Прям берет и показывает такие экстраординарные хроматические трюки, наверное. Экстремалит по полной программе. Мы наконец-то добрались. Посмотрим на ночную Венецию. Кстати, очередная уже ночная у нас вылазка. Вернее, если происходит ночью. Достаточно неплохо. Так, там есть лучник. Тут вроде нет. Ну ладно. Можно было так посмотреть, но тот вариант был более экстремальный. Свежие пиявки! Кому нужно пустить кровь? Побежали дальше. Ко мне! Иди вперед, Белло. Си, ва бене. Может быть, я оставлю вас в живых? Может быть, нет. Можно остаться? Да, вы не знаете. Господь благоволит вам и направляет вас. Пожалуйста, отпустите меня. Я тут ни при чем. Чао. Андиамо. Да, действительно. А вот, видимо, те
те цели, которые нам нужны. Не опасно? Юники хоть вовремя начали нас. Это как-то не очень. Они того, что нас могут сюда. Я не знаю, что происходит. Жди, пока я подам знак. Как прикажешь. Андиамо. Хоть и подозревал, что нам еще несколько целей предстоит ликвидировать. Давайте отправимся. С первыми мы разобрались. Давайте там со вторыми еще какие-то. Относительно по счету, так говоря, и желательно побыстрее до них добраться, особо нигде время не тратить. Пожалуй, мне тоже надо придумать, как оставаться в форме. Если бы это кажется перо, да, хорошо. Маки, для чего этот Данца дель Дьяволо? Вот мы уже, в принципе, и подобрались. Совершенно верно. Эколо! Он вон там! Мадре Санта! Пора уходить! Стой здесь, на страже! Я не подведу! Следуй за мной! Еще видели позиции имеется. Все верно, логично. И у нас на этот раз две цели. Может быть еще будет одна позиция, где будет одна цель. Так, ну ладно. Посмотрите на товары высшего качества! Я вообще не здешний! Я не знаю, что происходит! Я уже вижу! Пощадите! Ты будешь ждать меня здесь. Когда будешь готов, дай знать. Что же, бой, воспоминание выполнено. А большое всем спасибо за просмотр, и мы обязательно продолжим.